Итак, друзья, наконец-то завершили мы этот нелегкий процесс. Украсили это нескромное лофт-жилище такой прекрасной дверью. Такая функция между арт-объектом и порталом в другое измерение. Было много сложностей при монтаже, при производстве. Вообще идея такая уникальная, что-то скромничать моя личная. Идея хард-массива. Немножко расскажу о процессе, о создании. Итак, вам сложно поверить, но вот данное полотно, данный слэп, скоро превратится в прекрасную дверь. Немножко английского добавим. Все-таки не зря учились в школе. Вот приступаем как раз к сборке коробки металлической. Перед нами сейчас идет процесс сварки. Основная идея, концепция была, чтобы зажать цельный срез дерева, широкий, да, метровый, каленым стеклом. Каждое стекло по 10 мм, итого у нас полотно двери 50 мм. Сама конструкция 4-метровая. Было много идей, как завершить эту квартиру, как ее украсить. И остановились все-таки мы вместе с заказчиком на этой идее. Была создана тоже у нас в мастерской из металла, варили ее, заносили сюда, то есть это такая нелегкая задача была, вот эти петли врезные тоже составляли там трудности. Общий вес двери, вот этой 4-метровой малышки, составляет около 400 кг.
продолжаем этот нелегкий монтаж. Сложности были свои при заносе, при монтаже, при подъеме. То есть вы видели в этом ролике, как это все происходило. Задача также стояла в том, чтобы как бы создать холостяцкое жилье. То есть мы не закрывали вот эти живые трещины у дерева, не стали их заливать. То есть оставили, как они есть, в таком вот живом качестве, в таком образе. Ну, естественно, обработали, закрыли полотно лаком, чтобы фактура проявилась. То есть в очередной раз мы подчеркиваем наше стремление воплощать все безумные мысли, идеи и задумки как наши, так и заказчика. Если такой тандем цельный получается, то и получается продукт на выходе совершенно запредельно космически крутой. Спасибо всем участникам, кто формировал весь этот образ этого лофт-пространства, кто занимался и участвовал в возведение вот этой конструкции, всем моим сотрудникам, всем моим друзьям и тем, кто смотрит. Ставьте лайки и смотрите дальше за нашими восхождениями и производством. В общем, как бы вам решать, искать дверное полотно под имеющее строение уже или индивидуально, то есть подгонять такие вот задумки, и уже будет это все с дизайнерской основой создано.